Всем привет! На страницах сайта SCP можно увидеть много разных странных и иногда пугающих изображений. И, наверное, каждый из вас задумывался, а откуда берутся фотографии всех этих диковинных штук? Настало время разобраться с этим, ведь оно само с собой не разберется. На этом канале уже был подробный разбор происхождения картинки SCP-173 статуи. Оставлю ссылку в описании. Также я несколько раз упоминал, что оригинальную картинку SCP-106 старика заменили на рендер, так как не нашли, откуда взялось оригинальное изображение. А что насчет всего остального? Ведь на сайте SCP полно других изображений и фотографий. Для этого видео я изучил происхождение некоторых из них. Разбор в этом видео я расположил в порядке возрастания запутанности, так что это, можно сказать, своего рода топ получился. Топ-5 самых загадочных фотографий на сайте SCP. И на 5-м месте у нас известная картинка со скромником. Тем самым мрачным существом, которое приходит ко всем, кто его видел, где бы они ни находились, и убивает их. Но откуда эта картинка взялась, если на самом сайте SCP в статье про скромника даже нет никакого изображения? С ней на самом деле все очень просто. Это обыкновенный фанатский арт. Без предыстории как таковой. Его нарисовал пользователь DeviantArt'а What I Can't Do. Вернее, сделал 3D-модель, отрендерил ее и наложил некоторое количество фильтров в фотошопе. А вот и чуть более прокачанный скромник от другого автора. Ну а что вы хотели, фонд следит за тем, чтобы фото этого существа не распространялось. А как написано в том же файле самого SCP-096 скромника, на художественные изображения его эффекты не распространяются. Да, не все картинки с сайта SCP имеют особенно сложную историю. А вот, например, на 4-м месте у нас расположился SCP-1471, мобильное приложение. Это тоже картинка из DeviantArt'а, пользователя Тарангриф. Вернее, не картинка, а фото косплея под названием «Зомби-оборотень по имени Brains» с какого-то фестиваля в Лондоне. То есть, косплеи на SCP-1471 — это получается косплеи на косплеи, косплеи в квадрате. И такого на странице автора еще много. Многие негодуют, когда SCP-1471 изображают в виде разных фури-картинок. Но, видимо, пришло это время. Время страшной правды. Оригинальная картинка с SCP-1471 — это фурсьют. То есть это полный костюм фури-существа, в котором фанаты этого дела ходят на свои фестивали и выставки. Настало время раскрыть и другие страшные подробности, связанные с этим объектом. Вот что может положить конец спору о половой принадлежности этого существа. Множество копий сломано в спорах о том, кем же в плане пола является этот персонаж, мальчиком или девочкой. Ответ мы находим на той же странице Тарангрифа. Вот SCP-1471 в образе невесты, и похоже, это все же она. В этом платье Брейнс можно встретить на многих фотографиях, а вот, кстати, ее чуть менее разложившиеся друзья с этого же мероприятия. Так что можно примерно понять, чем оно было при жизни. Вот таким вот странным существом. На 3-е место я поставил еще одну достаточно знаменитую картинку. Это изображение SCP-682 «Неуязвимой рептилии», которую можно было бы принять за кусок дерева странной формы или просто нагромождение хлама, если бы не эти зубы. Да, на другом фото видно, что у данного существа есть зубы, а также есть изображение, где останки можно разглядеть целиком. После небольшого сеанса интернет-археологии обнаруживается, что, судя по всему, впервые этот набор картинок появился на довольно странном сайте English Russia, в статье, которая описывает появление останков существа на побережье Сахалина. В файле на сайте SCP написано, что это фото ящера после побега из зоны содержания, где он содержался в кислоте. Так что теперь мы знаем, где примерно находится эта зона содержания. На самом сайте English Russia нет практически никаких подробностей. Написано только, что это не крокодил и что дохлое существо имеет шкуру с шерстью. В комментариях к статье SCP-682 часто можно увидеть такое утверждение, что скелет похож на белуху, зубастого кита, который при жизни выглядит как-то так, не слишком подходит на роль страшного монстра, но похоже, скелет от этого существа это фото ящера и есть. Во всяком случае, череп очень похож. Или они просто хотят, чтобы мы так думали. Еще непонятно, куда подевалась вся эта огромная грива, которая, впрочем, могла быть просто наслоением водорослей. Или все же они хотят, чтобы мы так думали.
На втором месте у нас изображение SCP-957 наживки. И что же мы знаем о нем? Прежде чем попасть в историю про SCP-наживку, эта картинка посетила немало грипипаст и конспирологических теорий. Она даже использовалась как иллюстрация к байке о русском эксперименте со сном, о котором я говорил на другом своем канале, ссылку оставлю внизу. Все зашло настолько далеко, что фотографии этого существа попадаются даже на типа серьезных сайтах, со всякой уфологией и теориями заговора. Это изображение часто можно увидеть во всяких топах самых странных фото и непознанных явлений, запредельных ужасов и прочего подобного. Мне даже попадалось множество сайтов около религиозной тематики на арабском языке, где, если верить Google-переводчику, это изображение использовалось, чтобы продемонстрировать, насколько наука без веры может изуродовать человека. Что ж, похоже, у этой картинки должна быть какая-то удивительная и пугающая предыстория, раз все так серьезно. Да, она есть, и в какой-то мере она действительно удивительна и пугающая. Чтобы докопаться до сути, нам придется взглянуть еще на некоторые несомненно пугающие и страшные кадры. Вот это существо в машине, наверное, захваченное агентами фонда. А вот ученые проводят жестокий и страшный эксперимент. И оказывается, что у этого существа еще и глаза загораются, если на кнопочку нажать. Короче говоря, это игрушка на Хэллоуин со светящимися глазами. Любимая фанатами дешевой конспирологии и детских праздников. Как говорится, чувствуете, чем пахнет? Чувствуете, насколько низкопробным? Данные удалены. Кормит свою аудиторию всякие боевые конспирологи. А пугает эта история тем, насколько вообще не критично некоторые люди воспринимают информацию и готовы воспринимать за чистую монету даже фотографию со страшной игрушкой. И от этого становится действительно жутко. И на первое место я хочу поставить SCP-860 «Синий ключ». Простенькая фотография, как оказалось, имеет достаточно интересную историю. И дело тут в том, что это не просто картинка с ключом синего цвета, это ключ из фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». Фильм с довольно-таки абстрактным и философским сюжетом. Картина начинается с того, что пытаются убедить нас, что мы смотрим шаблонный нуарный детектив. И в тот момент, когда зрителю начинает казаться, что все ему с этим фильмом понятно, фильм изменяется настолько, что люди до сих пор придумывают по нему многослойные фанатские теории. Как в SCP-860, открывший дверь синим ключом, попадает в пространство, которое в какой-то степени зависит от личных качеств человека, что видно из того, что разные участники исследований этого SCP сталкивались с разными монстрами и явлениями, а участница исследования номер 2 вообще благополучно прожила там какое-то время. Так и в фильме. Ключ открывает коробку, в которой содержатся худшие аспекты открывшего их человека. Используя ключ, герои фильма попадают в мир, где все самые темные стороны их личности выходят наружу и формируют окружающую реальность. Из фильма также становится ясно, что ключ, скорее всего, иллюзорен, или во всяком случае не является полноценной частью реального мира, так как он оказывается в различных местах, где его изначально быть не могло, а то и вообще является людям в снах и видениях. Так и в объекте SCP-860 показано, что ключ может телепортироваться и материализоваться в разных неожиданных местах. Вообще, я собирался начать проводить какие-то еще параллели между фильмом и этим объектом SCP, но в какой-то момент понял, что фильм сам по себе настолько запутанный и абстрактный, что к его сюжету можно притянуть вообще все что угодно. Это такая сова, которая налазит на любой глобус. Так что, пожалуй, просто остановлюсь на том, что синий ключ из SCP-860 — это синий ключ из нуарного фильма «Малхолланд Драйв». И что это не просто ключ, а вещь, которая открывает путь к самому темному, что скрыто в человеке. Такие дела. Всем пока.